София, зачем ты мотоцикл на потолок поставила? Это не я. Это не ты? София, мы попали в перевернутый дом, ты понимаешь? Да. Смотри, все вверх ногами. Да. Сумочка, пойди потрогай сумочку. Там она висит, просто потрогай. О, висит сумочка на потолке. Все к потолку, вот это да. Мама, пойдем, там точно на потолке. Пойдем посмотрим. О, ключи, где висят вверх ногами? Вот это да, все вверх ногами. А это мы куда попали? Это мы в ванну попали. Это в ванну попали? Да. Смотри, здесь тоже все на потолке. Да. А как же зубы тогда нам почистить, а? Попробуй достать щетку. Что, не получается? Нет, я очень хотела достать. Ты очень хотела достать и не получилось, да? Да, подними меня. Ну как? Нет, видишь, я тоже не достаю. Кран там высоко. Как ты будешь мыться в ванне, если она на потолке, а? Я не знаю. Не знаешь? Ну залазь, пытайся залезть в ванну. Нет, я не могу, я сейчас упаду. Упадешь? Да. Как потому ты так? Потому что сюда все опасно. Это же надо. Ты на потолке. Вот это да. Будем стирать одежду. Одежду не знаю. В шкафчике что, тоже все к потолку приклеено? А-а-а. Смотри. Все вверх ногами стоит. Ничего себе. Ты достаешь, давай. Все вверх ногами. Смотри. И наша стиральная машина тоже вверх ногами. Видишь? И туалет. И туалет, да. А как там в туалет сходить тогда? А я не знаю. Не знаешь? Ну пойди попробуй. А ты не могу потапить. Никак. Да. Вот это беда. Вот это да. Вот это да. Инструменты. Инструменты, которые почти на самой высоте. И велосипед. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Где наш велосипед? Он стоит на полу. Только да. У нас на потолке, да? Да. Так, инструменты. Да. Ну-ка посмотри, беги дальше, что там дальше у нас. София, зачем ты мотоцикл на потолок поставила? Это не я. Это не ты? А как там теперь ехать? Как, на чем мы поедем, если он на потолке? А я на поеду на велосипеде. Так он же что же на потолке ты не достанешь? А если его починю, то я достану. Достанешь? Да. Вот так наш находится высоко мотоцикл. Ну, пойдем дальше. И все инструменты, смотри, там тоже все высоко. Да, пойдем дальше. Идем дальше, посмотрим, что же еще есть. Так, очень интересно, да? Смотрите, наша кухня. Посмотри. На потолке. Смотри. Шкафчик сверху, а вот микроволновка. Смотри, и модем. И модем там стоит. Да. И всякие тарелочки классные, и все стоит, и все так смешно прикреплено, смотрите, вверх ногами. И вот нет, ничего да. Не открывает, это как тоги. Да, вот так, все к потолку прикреплено. А яичница, смотри, жарится. Да, смотри, смотри, Софика, смотри, где ты видишь, яичница жарится? Да. Видишь? Да. Вот, и чайник стоит. Дом вверх дном. Смотри. И там что-то? Камни. Что у нас здесь? Крабы. Раки. Это камни. Крабы. Они кусаются. Кусаются? Но они до тебя не достанут, они вверх дном от нас, да? И хлебница, вот это. О, мама, смотри, мультики. Смотри, барный стул где? Залезешь на барный стул? Да. Ты же любишь на барном стуле сесть? Залазь. Ох, не могу. Вверх дном. Тогда, может, сядем покушать? А, вверх на потолке. Ну-ка, попробуй. А, давай попробуем. Что, тоже не получается? А что ты там видишь? Какая вкусная еда? Да, и тортик. И тортик там есть? Ну-ка, давай рассмотрим, что у нас тут есть. Морожки есть. Морожки есть? Да. Чай я вижу, пирожки. Да, и сокольчики. Все там есть, да? Всего много, но ты ни до чего не достаешь. Все на потолке.
Опа, а это тихонечко, это как раз бра, которая висит на потолке. Почти на высоте, высоко. О, оленчик. Это украшение, шкафчика, да? Да. Шкафчик. Вон того шкафчика. Мама, достанешь тортиков? Тортиков? Ну, достань. Я боюсь, тоже не достану. Ну, у тебя высоко. Же вещи, ты достанешь. Смотри, полочки, да, да, полочки. Все макароны, если откроются, сразу высыпятся. Не открывай, а то посыпятся все вниз. Не открывай. Не надо, чтобы открывали. А не... открытые. Это открытые? Да, они не усыпают. Ну, ты не поняла. Поняла. Ну, да. Беги, садись на диван. Нас же пригласили в гости. Беги, вон диван около камина. Как тебе камин? Ну, залазь на диван. Ну, прыгай. Вверх ногами. Вверх ногами, а журнальный столик что, тоже? Да. Ой-ой. А камин? Ну, да. Камин тоже? Да. Капец. И видел тоже. Это же надо, в Барселоне все перевернулось. Вверх дном. Никак. Вон вся кухня перевернулась. Никак. Столы стоят наверху. И да, мы не покушать не можем ничего. Да-да-да. Там никто не перевернулось. Все у нас на потолке. Да, мама, играть. Да. Поставьте лайк, у кого вверх ногами. У кого вверх ногами дома? Все вверх ногами, у кого дома? Ставьте лайк. Пошли дальше. Да, у нас нет никогда. Заходи в родительскую спальню, заходи. Ну, попрыгать. Ты же любишь на кроватке попрыгать? Попрыгай. Не могу. Она вверх ногами. Что, никак? Нет, она вверх ногами. Вверх ногами и никак? Да. И могу вверх ногами. Ой, смотри, домик для котика тоже вверх ногами. Да. И шкафчик, и все вверх ногами. София бегает по потолку. Все видно? Как София бегает по потолку. Вот это да. Ну, беги, беги. София, смотри, детская комната. А, для девочки. Ну-ка, беги, побегай по комнате. Какая... Ну, ничего, побегай по ней, посмотри, что тут есть. Какая классная комната. Карандашики есть? Давай-ка мы посмотрим, что здесь есть у нас. И кроватик. Куколка, кроватка, да? Да. Ну-ка, тянись карандашиком. Тянись, тянись, тянись. Не могу. Не можешь. Потяни. Смотри, какая куколка. Ну-ка, подходи к куколке, посмотрим ее. Какая куколка, да? Ты никогда стать для нее не можешь. Кровать-то на потолке. Маленькая. Маленькая. Какая все классная у тебя, смотри. Да, вот кровать. Но как ее взять? И как на нее лечь? Я достала. Достала? Но не легла, да? Да, не легла. А где тумбочки? Тумбочки. Да. Вот моя тумбочка. Вот твоя тумбочка, ты права. Это твоя тумбочка. А вот тебе. Смотри. Видишь же шкафчик? Вверх ногами. И окно. И окно. И фигурки что, тоже? А, смотри, игрушка, мотоцикл, класс. Они тоже вверх ногами. А это что, Сашина комната? Да. А где его кровать? Покажи. Кровать. И как Саша на ней спит, да? Непонятно. И как он уроки делает за своим письменным столом, тоже непонятно. Вот книжки его стоят, да? Да. И как учитель? Никто не знает. И как учитель? А интересно, как он вещи повесил? Шкаф же тоже не достать. А где Сашин шкаф? Вот он. Все, у нее Саша вверх ногами. И игрушки какие-то тоже вверх ногами, да? Да, все игрушки вверх ногами. Вот это да. И даже интересные какие-то маски в Звездных войн. Гарри Поттер. А ну-ка подойди к Гарри Поттеру. Гарри Поттер. Кто любит Гарри Поттер? Это его метла.
А вот это, смотрите, шакал. А это все палочки Гарри Поттера. Кто их всех знает? Пишите в комментариях. А вот это кто у нас? Гарри Поттер. По мотивам фильма. Да. Вот такой он классный, да? Смотрела. Ты его не смотрела.